Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним. Второе задание на странице 26 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Сколько всего фигур в ряду? Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего в ряду 8 фигур. Сколько всего кругов? Считаем 1, 2, 3. Всего 3 круга. Каким по счету будет большой синий круг, если считать слева направо? Вот мы слева направо считаем. Считаем первый, второй, третий, четвертый, пятый. Большой синий круг будет пятым по счету. А если считать справа налево? Считаем справа налево первый, второй, третий, четвертый. А справа налево он будет четвертым. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.